Двум тигрицам и их брату по 7 месяцев. Котята уже привыкли к вниманию людей. А сотрудники зоопарка стали для них настоящими родителями, которые заботятся о здоровье этих уникальных белых хищников и кормят их особенной пищей. Стараемся им давать диетическую еду, чтобы там не было жира, чтобы они не получили какие-то проблемные заболевания. Каждый из них получает 3 раза в день по 1,5 килограмма мяса. Они постоянно хотят кушать, они растут. Им очень нравятся косточки, они их сгрызают моментально, потому что там содержится кальций. Мы им также даем молочко, в которое добавляем витамины и яйца. В вольере созданы все необходимые условия для жизни котят. Имен пока у них нет, и сотрудники зоопарка просят сочинцев и гостей курорта предложить интересные клички. Авторы лучших получат возможность бесплатного посещения зоопарка. В зоопарке живет еще один уникальный хищник, подаренный Геей Эрадзе – 16-месячный черный ягуар. А 2 дня назад здесь случилось еще одно прибавление. На свет появился олененок.